50 лет мечты, которая когда-то в голове наших предшественников зародилась здесь, которая привела к тому, что в тайге был построен прекрасный, мощнейший ГРЭС, когда был построен целлюлозно-бумажный комбинат, когда была здесь освоена огромная территория. Коллектив невозможно развивать без развития семей. Поэтому мы, как компания «Элим Групп», мы тоже чувствуем себя как часть, как член этого общества.